Всем привет, меня зовут Юлия, и добро пожаловать на мой канал. Сбылась моя мечта, полетали с подругой на парашюте. Очень боялись, но оказалось, это совсем не страшно. Мы были в Лазаревском, дата съемки 3 сентября 2020 года. Стоимость на одного человека 3000 рублей, а на двоих 3500. Поднимают на 140 метров, это 40 этажей. Весь полет обычно длится 7 минут, а больше и не надо, а то привыкаешь, становится скучно и затекают ноги. За одну поездку берут по 2-3 пары, пока других возят на парашюте, ты заодно катаешься на катере. Пока летишь, сверху видно много огромных медуз в море, они везде. И тот факт, что для нас катер был крошкой с высоты, а людей на нем было вообще не разглядеть, просто пугает, какие же эти медузы размером, что нам их было хорошо видно. Правда, камера уловила их еле-еле, я вам вставлю стоп-кадр дальше и обведу кружочками. Ну все, полетели. Кому интересно, оставайтесь со мной. Thank you.
Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.